важная дата в истории России и Украины. 300 лет решительной победе русской армии в Полтавской битве. То легендарное сражение привело к перелому в Северной войне в пользу России. И это положило конец тогдашнему господству Швеции в Европе. Но теперь, под диктовку украинских властей, эти события переписываются по-иному. Но те, кому дорога подлинная история российско-украинской дружбы, сегодня провожают из Киева и ждут в Полтаве необычный крестный ход. Валентин Богданов о его участниках и миссии. Гул и серебро моторов под звон и золото колоколов. Первый за всю историю Киево-Печерской лавры крестный ход выезжает из ее ворот. Цель этого похода в какой-то мере объединить то, что, может быть, развалили или искусственно хотят создать конфронтацию между нашими народами. Слова молитвы вслед за митрополитом Киевским повторяют байкеры из России, Белоруссии и Украины. Первый привал в Полтаве, на поле битвы встанет вот этот памятный крест. Церковь помнит все исторические даты, связанные с освобождением нашей земли, и благословляет, молясь о упокоении тех воинов, которые положили жизнь свою на поле брани. Русские войска под Полтавой потеряли 1345 человек, шведы почти в 7 раз больше. Северную войну, что позволило России закрепиться на Балтике, Карл проиграл. Именно Полтавская битва стала опорой русского национального самосознания. Пройдет еще тысячи лет, и тем не менее вот Полтавская битва на века в русском национальном сознании останется. Это опора в дни испытаний. Для Полтавы они уже начались. Мэр города Андрей Матковский еле отбился от бюста Карла. На поле битвы ставить не дал. Ведь бой тогда принял и сам город. Осажденная Полтава держалась 3 месяца. Все жители от мала до велика защищались до последней пули, даже поливали кипяток, бросали камни для того, чтобы не пустить врага в свой дом. 1/3 жителей города погибла. Мы это прекрасно помним и ценим нашу историю. Украинское государство ее теперь наполняет все новыми смыслами. Ни на диораме сражения, ни на знаменитой картине Мартена нет и следа мазепинских обозников. В битве они участия не принимали, но встречи с гетманом не избежать ни одной экскурсии. Его намалевал наш полтавский художник. Творческая задача у портретиста была не из простых. Как выглядел Мазепа, доподлинно не знают. Украина по приказу Петра I должна была принимать участие во всех вооруженных конфликтах. Это крымские походы, но они, собственно, также осуществлялись в интересах Украины. Не пройдет и века, а Украина почти вдвое увеличит свою территорию. К таким результатам никак бы не привел союз со шведами. Именно его 300-летие отмечают власти. Но Карл мечтал о контроле над торговыми путями. Мазепа о его покровительстве. Украина в их планы не входила. Военная стратегия не была построена на Украину и не была построена на то, что Мазепа должен был присоединиться. Все это случайность. Итог известен. Зимних квартир Карл не дождался. Казачество по большей части встало под российские знамена. Сейчас вряд ли бы было иначе, и это уже данные социологии. По результатам опросов, каждый третий из граждан Украины в Северной войне занял бы сторону России. Фигура Карла импонирует лишь 2%. Те, кто считает сегодняшнюю дату праздником, по обоим берегам Днепра по-прежнему в явном большинстве. Валентин Богданов, Леонид Замчинский, Максим Гриневич и Мадина Тимиряева. Вести из Киева.